Оказание услуг в МФЦ может стать удобнее и быстрее. Тюменские отделения претендуют на участие в проекте «Бережливое производство». Сегодня в нашем регионе работает делегация, в составе которой представители Минэкономразвития, госкорпорации «Росатом», где впервые внедрили эту методику, а также руководители МФЦ из Сибири и Дальнего Востока. Главная цель – найти и проанализировать недочеты. В итоге в России выберут всего 3 региона, в МФЦ которых и реализуют проект «Бережливое производство». Это приведет прежде всего к сокращению времени ожидания в очереди, времени приема документа и, безусловно, облегчит участь сотрудников МФЦ. Мы проводим отбор. Первое кустовое совещание состоялось в Липецке, вот второе сейчас в Тюмени. И дальше планируем, скорее всего, поедем в южный какой-то субъект Российской Федерации с привлечением туда, естественно, регионов нашего юга. Многое зависит от желания, многое зависит от того, как быстро пойдут навстречу и как, знаете, как честно смогут признаться себе в наличии проблем. Потому что у нас принято проблемы скрывать, и чтобы показаться более эффективным. Кто будет более открыт, более честен, тот, кто найдет большее количество вовлеченности и ресурса человеческого, с тем мы и будем работать.